Война России против Украины продолжается, но, как можно заметить, не всегда по плану. В Белгороде из-за одновременной атаки украинских беспилотников и взрывов самодельных взрывных устройств на электроподстанциях теперь блэкаут. Там не работают светофоры, стоят трамваи, перебои с работой интернета. Вот, электричества нет, трамваи встали. Люди идут пешком. Также мэрия предупредила, что может быть нарушена подача воды. Как утверждается, без электричества находятся до 90% населенных пунктов Белгородской области. Но местные власти называют причину блэкаута внешним воздействием. Забывают указывать, что россияне свои же бомбы сбрасывают на ту же Белгородскую область. Как пишет The Washington Post, авиация РФ сбросила на свою же область по меньшей мере 38 бомб. В распоряжении издания оказались секретные документы, в которых указаны даты таких инцидентов в период между апрелем 2023 года и апрелем 2024 года. Последствия, а также постановления об эвакуации и обезвреживании бомб в этом регионе РФ. Согласно документу, как минимум 4 бомбы упали на сам Белгород, а еще 7 нашли в пригороде. Больше всего 11 штук упало в Грайворонском районе, где некоторые из них не удалось обнаружить из-за сложной оперативной обстановки. Таков был план, Владимир Владимирович.